Чувство юмора. Хорошо это или плохо. Все зависит, конечно, от того, кто юморит. Потому что есть люди, которым просто противопоказано. Лучше пусть вообще не шутят никогда. Вот. В целом, чувство юмора свидетельствует о интеллекте. Потому что чем у человека более развитый интеллект, тем он больше аспектов видит в ситуации и может эти ситуации повернуть, развернуть и сделать более забавными. Почему женщины ценят в мужчинах чувство юмора? Потому что это такой хороший половой признак. У него все в порядке с башкой, сможет воспитать детей и вообще позаботиться, значит, о всем, о чем нужно. Вот. С другой стороны, чувство юмора иногда бывает неуместным. И есть люди, которые действительно хорошо шутят, и все у них башкой хорошо, и поэтому и шутят хорошо, но неуместно. И вот это желание иногда пошутить, чтобы произвести впечатление на окружающих, когда им точно не нужно это впечатление, и они явно не готовы к ха-ха, вот, это тоже может быть проблемой. Вот. Так что чувство юмора, видите, тоже две стороны одной медали. Разбираемся в комментариях, будет интересно почитать.